Я не бачу Ірину Юрівну. Зроби мені так, щоб я її бачила, і тоді буде ефір. А я вас бачу. А, все. Доброго вечора. Ми з України. Ми з Харкова. 42-й день війни, чи 41-й, я вже десь якось... І ми не робили ефірів під час цих 42 днів, що для нас не дуже так звично, бо ми робимо завжди два рази в тиждень ефір. Будемо стрибати з мови на мову. І почну з того, мабуть, як це бути, вчора був день неонатолога, як це бути неонатологом під час повномасштабної війни? Ну, визовів, мабуть, не менше, путей рішення цих визовів менше. Очень много тяжелих дітей. Перинатальний центр переформатировал логистику приема дітей, если до этого... как практически все остальные перинатальные центры, мы оказывали помощь тем, кто родился у нас. Во время ковида мы начали забирать детей из других лечебных учреждений, мамы которых болели ковидом, то сейчас, с учетом того, что в городе больше не осталось неонатальных реанимаций, мы забираем детей из родильных домов города, мы забираем детей из районов, где остались акушерские отделения, мы принимаем детей из дому. На нашей территории теперь неонатальная хирургия, поэтому фактически впервые за 10 лет нашего существования мы работаем как настоящий европейский, американский перинатальный центр. Як так сталося, що нема інших реанімацій? Чи будинки ці були розбомблені, чи люди звідти? Я знову вас не бачу, може наразі мені щось там зроблять, щоб я вас побачила. Вітя, зроби щось, наша операторська команда, бо я ж не можу не бачити свого лікаря улюбленого. Так, ну у нас все йде. Доктор має бути у мене на глазах. Вони говорять, бачите, що мене бачать. Ага, все, тепер я вас бачу. І так, як так сталося, що нема інших реанімацій? Так, я не знаю, у мене немає відповіді на цей вопрос. Ну от, нет і нет. Угу. Ви мені казали також, що ви надаєте як лікарня, не як перинатальний центр, як лікарня, в складі якої ви є, надаєте допомогу дітям, які були поранені. Розкажіть, будь ласка, про це щось. На нашій території зараз дитяча хірургія, в тому числі і неонатальна хірургія, і вся остальна дитяча обласна хірургія. Тому, ну, плюс, це ж завжди, практично завжди поле травми. Поэтому деток везут сюда, в наше отделение emergency, а потом уже здесь происходит диагностика, то есть кто как бы первичен. Да? Поэтому и наши детские хирурги, и наши взрослые хирурги, и наши нейрохирурги, и реаниматологи, мы все сейчас, в общем-то, к этому имеем определенные отношения. Якщо я правильно розумію, ви ніколи не працювали в такій ситуації, як політравма в цій лікарні, дитяча? Дитяча – ні, звісно. Чи можете ви розказати це як історію? Як це було перший раз? Як ви туди пішли? Що ви там побачили? Як пішли? Подзвонив зав відділення дорослої хірургії, сказав, що треба давати наркоз, більш нікому. Ну і все, і пішли. Встали. А що це були за діти? Що це було за наркоз? Это дети с осколочными ранениями после кассетных бомб. Очень часто это доминирует нейрохирургическое поражение, но еще и внутренние органы в том числе. Ну, начинали Что такое кассетная бомба, чтобы всем было понятно, как выглядит такое поражение? Да, это мне очень, наверное, правильно объясню механизм, но она разрывается на мелкие, мелкие такие части, и они идут низко, вот этот, когда происходит этот разрыв, оно идет низко, параллельно земле, и большой радиус поражения, и если есть люди там, вот как последний раз это была детская площадка, то понятное дело, что пострадало много людей. Наразі ви самий відомий, мабуть, неонатолог у світі, бо ви були в інстаграмі Девіда. Благодаря мені, Катя. Ну, ви були в інстаграмі Девіда Бекхема, у якого 72 мільйони підписників, а він посол доброї волі ЮНІСЕФ. Як це було? Чи це було якось, я не знаю, весело? Як це було? І що вам це дало?
Ну, я же не могу сказать дословно, какого вашего телефонного звонка это, из каких слов это все началось. Люди же, как всегда, когда они слушали, во-первых, они, не знаю, слушали ли Дэвида. Кстати, я знаю, знаете, что интересно? Я потом посмотрела на своей странице, я же тоже опубликовала его видео, и я посмотрела, видео длилось 39 секунд. Я посмотрела, какое количество людей из тех, кто включал видео, досмотрели его, дослушали его. Тут же дело же было не в... Ну, кто любовался Дэвидом, понятно, досмотрели. Но дослушали его до вот эти 40 секунд. 50. 20. 20? Да. Люди, в принципе, не услышали то, что он говорил, и не дочитали, что это история только на сутки, как любая сторис, да? Не дочитали, что он посол доброй воли ЮНИСЕФ, и вообще эта вся коммуникация, естественно, не моя личная с Дэвидом Бекхэмом, а ЮНИСЕФ с ним, а потом уже я. И ну, шоу, которое развернулось в моей жизни следующие трое-четверо суток, начиная от каких-то смешных звонков неизвестных мне людей, которые волонтерят, и вы не могли бы вы на его страничке выложить наш номер, наш фон и так далее. Ну и, конечно же, всякими смешными вопросами и желанием всех журналистов, кто имел какой-то доступ, так сказать, прилечь ко мне на плечо и к этой якобы моей славе, да, с тем, что вот расскажите, а как это получилось. То есть, ну, я говорю, если бы вы все читали и слушали, это очень там все понятно, кому не в Украине. Поэтому наша задача была привлечь внимание и, конечно же... О, Горищак нам також пише, радий бачити. Ой, взаимно. Да, Одесса передає Харкову привіт. Розкажите мені, пожалуйста, про роботу перинатального центру і про роботу реанімації перинатальної. Вообще, що ви увиділи і що би ви советовали делать тим, хто ще не був під такими обстрілами, но може оказатися, якщо це перинатальний центр з реанімацією для маловесних новорождених. Не знаю, можна ли сказати маловесних, но з низьким весом, да, на новорождених. Ну, що, як би, з чим ми одразу столкнулись? Звісно ж, ніколи в житті у нас не було никаких оборудованных подвалов для хотя бы минимальной, да, реанимационной помощи. Поэтому, ну, это так красиво звучит, что мы все побежали в подвал, но я тоже говорила об этом уже, с вот этими детьми, которые весом там до 1,5 килограмм, или у нас на тот момент было несколько очень тяжелых доношенных новорожденных, которые требовали очень жесткой вентиляции, были зависимы. Ну, жестко это все. Ну, мы один раз попытались это сделать, но это был явно путь в один конец, и второй раз эти дети бы просто этого всего не пережили. Поэтому... Ну, если правильно так очень упростить то, что вы говорите, что ребенок с низким весом, находящийся на респираторной поддержке, не может быть транспортирован в подвал, если... Нет, он может быть транспортирован в подвал, если есть хороший транспортный инкубатор, хороший аппарат транспортной искусственной вентиляции легких, который способен обеспечить вентиляцию 100% кислородом. Ну, берем худшую ситуацию. Вот у меня на тот момент был ребенок, который требовал вентиляции 80% кислородом. Вопрос в том, насколько этот ресурс есть у этого транспортного инкубатора и сколько таких детей в этот момент. Потому что вот у нас, например, этот инкубатор и аппарат в количестве 1 штука, а детей на тот момент было 8. Поэтому... Правильно ли я вас понимаю? Что, то есть то ли один выживает и 7 погибают, то ли все остаются сидеть на этаже с этими детьми и не уходят в подвал под обстрелом, верно? Совершенно верно, мы его сделали, мы решили, что мы остаемся с этими детьми на этаже. Как вы принимали это решение? Потому что это решение, в принципе, ну, обстрелы были за сколько метров от вас, ну так, чтобы просто всем было понятно, потому что мы это знаем. До площади, там, если долгим путем, 200-250 метров. Как вы принимали такое решение, и сколько у вас было людей, смертников потенциальных, которые приняли такое решение и сказали, нет, мы будем сидеть, и мы будем этих детей пытаться как-то оставить в живых? 2 врача, детских анестезиолога, неонатолога, и на тот момент 3 медсестры. И я, 3-й врач. Как вы это обсуждали? Да никак мы особо это не обсуждали. Мы посмотрели друг на друга, так кивнули друг другу с вопросом, пойдем при следующей бомбежке. Ну и все помахали головой, что нет, не пойдем. И все. А как вы это переживаете? И переживали, и стало ли что-то легче? Веду такой пример, что я когда ложусь спать в Киеве, потому что я не выезжала из Киева,
И вроде бы здесь значительно симпатичнее ситуация, чем в Харькове, но я, когда ложусь спать, я звоню обычно кому-то и спрашиваю разрешения. Можно ложиться спать? Ничего не случится. Но оно не летает у меня над головой там 200 метров. Да? То есть были попадания близко в нашем районе, но они не были, ну, прям вот на соседней улице. Один раз было очень, очень близко. Как вы вот, ну, что вы технически делали, чтобы вы могли без панической атаки там выдержать эту всю историю? Ну, смотрите, мы сделали, как и все, мы заставили окна, там это у нас стоят такие большие коробки с, там, с каким-то легким содержимым, но они полностью закрывают окна, и, ну, фактически, плюс у нас же такие вот эти очень чистые помещения, то есть двухстенные, такое с прослойкой между двумя стенами 40 сантиметров воздуха, то есть нас и так, в принципе, это всегда звуки гасятся, плюс работает вся аппаратура, то есть если говорить уже даже мне, в принципе, ужасно это произносить вслух, но когда обстреливают, и если это не совсем близко, и сирену мы в реанимации прям плохо слышим, скажем так. Но ужас даже вот в этой ситуации, самое ужасное, это, конечно, был момент, когда были авианалеты, и вот этот звук истребителя, и мы уже знаем, через сколько секунд, вот можно прямо отсчитывать, ну, авиабомба, когда взрывается. Даже вот сам этот звук, когда он летит явно где-то тут рядом, ну, это ужас, это просто ужас. Ну что, ну, кто слабее, тот падал на пол, там, кто-то, кто, ну, понятно, там, ищем эти две стены, но большего же мы все равно сделать не можем. Ну, и самое ужасное, это вот, вот это авианалеты и Искандер. Тоже был обстрел центра города, прямо за Белым домом, там две такие очень красивые в бывшем, в прошлой жизни исторические улицы, с зданиями нашего известного архитектора Бекетова, и это тоже очень рядом с нами. Ну, вот это, конечно, ужасно, но самое страшное все равно это самолет. Що ви робите з персоналом? Як ви їх мотивуєте, як ви їх підтримуєте? Що б ви хотіли, щоб інші робили для вашого персоналу наразі? Ну, во-первых, я их всех обнимаю. Первые вот эти дни это было вот просто. Я обнимала каждого, с кем я встречалась в коридоре. Тех, кто... ну, был же эпизод, когда первую неделю не стало персонала, от слова совсем. И, а потом, после вот этого первого, видно, ужаса, часть людей, ну, сообразили, что, может быть, в городе даже менее опасно, чем в некоторых районах области. Часть людей отвезли семьи и вернулись. Одна у меня неонатолог была в отпуске в Полтаве и вернулась из Полтавы после того, как закончился отпуск, со словами, я у нее спросила, как ты здесь оказалась? Она сказала, ну, у меня же закончился отпуск, я же должна приехать вам помогать была. Вот я и приехала. И вот, знаете, ну, каждая такая встреча, ну, это не просто про пообнимались, да, это благодарностью этим людям за то, что они вернулись. И это первое. И второе, ну, я, естественно, разговариваю со всеми бесконечно, откровенно говоря, первые 2-3 недели, ну, просто, если я пришла в кабинет, то каждые 3 минуты кто-то стучится словами, а можно поговорить не по работе. И я понимала, что да, это моя функция, и вот я говорила. Чего мне не хватает, однозначно, военных психологов, которые знают, как с этим работать. Может быть, какое-то онлайн занятие с персоналом. Вряд ли наш персонал сможет групповые занятия. Ну, вы же знаете, вы же не привыкшие к этому. Но, наверное, все-таки речь идет о каких-то индивидуальных занятиях. Ну, это было бы критично важно, мне так кажется, потому что мы, естественно, возвращаемся. Военный психолог типа нашего любимчика Казинчука? Типа нашего любимчика, да. Ну, или те, кто там, врачи без границ, израильские психологи, ну вот все, кто знает персоналом во время боевых действий. То есть тот, кто работал на войне? Конечно, конечно. Угу. Расскажите еще про подвал. Итак, реанимация в подвал не поехала. А кто поехал в подвал и как обустроить подвал получше и как вообще работать в подвале? Потому что некоторые города, ну, не обстреливали еще. Поехал в подвал родильный блок, ну, скажем так, родзал, да, и условно очень операционная, потому что
Ну, скажу честно, нет. Операционную вот мы у себя не в состоянии развернуть в подвале. Мы потом это пересмотрели, и у нас есть такое полуподвальное помещение, скажем так, которое тоже очень такое, ну, в затышном таком уголочке, еще сверху пандус, куда скорые заезжают, и мы там это все в итоге организовали с отдельными двумя, даже тремя выходами из этого помещения. Родзал, да, мы это делали, и особенно в первые дни там в подвале принимали роды. Но это на самый крайний случай такое, есть место. Минимально все, что необходимо. Мы сели так, для себя продумали, что нужно по минимуму для родов. И это там все находится, этот набор. И полностью в подвал потом переехали мамы с детьми, вот эти детки, которые преждевременно рожденные, которые уже начали дышать самостоятельно, им уже не нужно пребывать в реанимации. Мы можем уже их совместить с мамой, но они еще там маловесные, не едят или еще у них есть какие-то проблемы со здоровьем. И вот они у нас все время находятся в подвале, в отдельном здании. И, ну, скажем, мне так спокойнее, и им там безопаснее. И там тоже, и самое главное, что этот подвал имеет несколько выходов. Думаю, що наш ефір буде дивитись багато людей, наших з вами друзів, які були на школах з нами управлінських, які всі спостерігають за вами у Фейсбуці і за героями моїх обходів кожного дня. Якщо вам має відношення прямо до медицини, що б це було? Шоколад, кава, квіти? Чи є щось таке, що дуже підтримує персонал в Да, это значит, люди, может, не думают про то, что это важно. Сейчас это нет, мы на самом деле об этом не думаем, но вот сегодня там открылась дверь, и я даже еще не успела выяснить, от кого, но такой коробка, в которой кусочками нарезаны разные тортики, кусочками, такой ассорти. Вот знаете, вот сразу поднимается настроение. Когда было 8 марта, приехали волонтеры и привезли, наверное, 3 или 4 багажника тюльпанов. Вот представьте, вся больница была в тюльпанах. То есть, ну, это какие-то такие сейчас маленькие радости. Ну, наверное, если бы я могла пить, я бы, наверное, бутылку хорошего белого вина. Ну, просто не пьется, вообще не пьется. И поэтому вот какие-то вот такие вот радости. У нас дети наших сотрудников, мы на 8 марта концерт. Вот это вот сейчас нас радует. Как вы себя организовываете в это все время? Так, я слышу какие-то посторонние звуки. Прошу оператора выключить всех, у кого включены микрофоны. Витя, выключи, пожалуйста, всех, кроме Ирины Юрьевны. Спасибо. Как вы себе организовали бытовую сторону вопроса, например, питание? Ну, во-первых, как работает сейчас питание персонала самого и пациента? У нас, в принципе, нормальный пищеблок, который был и до войны, и, знаете, опять же, в контексте там реформ и всего того, что мы обсуждали, как это должно быть. Могу вам сказать, что сейчас выигрывают те больницы, которые все-таки сохранили свои пищеблоки, естественно. И плюс, конечно, огромная заслуга волонтеров, которые просто вот пару раз, назовем это так, по количеству людей, которые у нас есть. Потом у нас есть волонтеры, которые раз в неделю привозят нам молочные продукты, там кто-то мясо. И уже вот, наверное, на третьей неделе мы уже потихонечку даже начали сами себе тут немножко готовить, там раз в несколько дней, потому что хочется домашнего своего борща, хочется жареной картошки. Сегодня вот меня баловали жареной картошкой прямо перед эфиром. Чисто нездоровая еда, но очень хорошо так действует на нервную систему. Уютно. Уютно становится, да. Чи правильно я розумію, що ви живете в цьому перинатальному центрі, що персонал не ходить додому? Нет, я живу точно совершенно. Я периодически хожу домой на несколько часов, просто чтобы переключиться. Утрохи. Ще не все? Шепіони? Почекайте, Ірина Юрьевна. Христина Строцька, чи можете ви виключити мікрофон? Вітя, чи можете виключити Христині Строцькій мікрофон? Да, я намагаюсь.
відповісти на Строцька, чи їй можна подзвонити, щоб вона навчилась виключати свій мікрофон під час зумів. Щось вона його не виключає ще. Виключила? Вітя, виключи, будь ласка, мікрофон. Христині. Так, да, вибачте, будь ласка, мене просто взагалі вимкнулось все. Ну, тобто... Як ти не можеш їй виключити мікрофон, може виключити її з умови. Дякую. Та Карина Юрівна, хто ще живе там? Ви? Живут те, кто, скажем так, кому некуда возвращаться. Это часть жилья, которых на оккупированных уже территориях. Это часть людей, которые в принципе остались уже без жилья. И часть из них живет здесь с семьями. Тобто ви забрали їх родичів також жити в перинатальний центр, так? А як живе наразі Харків? Якщо ви вийдете на вулицю і підете додому пішки, чи поїдете додому, як наразі живе Харків? Що відкрите, що закрите, що працює, що не працює? Як може персонал що дістати, де щось купити, як це все працює? Магазини работают, крупные в основном супермаркеты работают. В принципе, основной набор продуктов есть всегда. Кафе, поскольку я тут недалеко живу от больницы и из принципиальных соображений не езжу никуда, если не надо посмотреть детей в другой больнице через город, потому что я пока не готова увидеть все, что они сделали с городом. И кафе, точно знаю, открылось недалеко от нас, такое большое, кофеин, там хороший кофе, там хорошие булки, там пирожные и так далее. Вот мечтаю, может быть, но в основном такие в центре города, все наши любимые злачные места, любимые в довоенное время, они закрыты все-таки. Когда вот сейчас солнышко, и было несколько дней... Я пришла к себе домой, у меня такой еврейский двор в центре города, народ выполз во дворах. Самые фанатичные люди – это же собачники. Они же гуляют с собаками в любую погоду, при любой бомбежке. И мы очень, такие. Да, мы такие. Очень много людей на улице, на лавочках, все нежатся на солнышке. Но я так понимаю, это выглядит так. В пределах доступа до подвала или до квартиры – то есть не очень далеко просто отходят от дома. Машин не очень много. Вот я 2-3 дня назад выходила последний раз в город, выезжала, вернее. Машин было в центре достаточно много. Так, читаю, що нам тут пишуть. Олеся Азарова, тримайтеся, ваша робота безцінна. Якщо можемо якось допомогти, благодійно знати. Катерина Жаркова, дякуємо вам за допомогу. Яся, огромная благодарность и уважение к таким врачам, как вы. Андрей Еремеев, самое время для обучалок по действиям первой помощи окружающим при попадании под обстрел неожиданные. От того, что с собой носить, до того, что делать и куда звонить. Думаю, да. Лена Закусила, вы неимоверней, дякую вам. Личный вопрос, Ирина Юрьевна. Сколько лет я вас знаю, вы носитесь все время на таких красных безумных каблуках. Вы продолжаете носиться на каблуках? Нет, перинатальном я центре? Тоже в красных, но без каблука. Сейчас все время говорят о том, что, возможно, будут усиленные атаки на Харьков, возможно, будет окружен Харьков. В общем, все это обсуждают в медиа и везде. Какое решение вы принимаете для себя? Можете ли вы вообще закрыть сейчас перинатальный центр и выехать, например, из Харькова, эвакуироваться? Или это нереально? Ну, смотрите, у нас за эти сутки было 5 родов, то есть я не могу сказать, что прямо роды совсем закончились. Теоретически, наверное, теоретически, если будет такая команда, это может центр. Но тут же самая большая проблема, как эвакуировать этих детей. Беременных-то это более реально сделать. Но мы, в общем-то, знаете, я ж адекватный человек, я рассматриваю разные варианты. То есть мы разговаривали с Наташей Будяк о возможности, если вдруг такая ситуация возникнет. То есть, ну, я продумываю все эти возможности, но пока наше руководство военное, пока мы с ними считаем, что... Это будет Украина. Да. Угу. Скажите, будь ласка, что еще треба для...
такої роботи, як у вас наразі комбінованої, між підвалом, не підвалом, під обстрілом, не під обстрілом, і скільки це коштує грошей, і що треба? Наприклад, якісь інкубатори дуже спеціальні, що ще, що треба ще? Ну, однозначно, поскольку очень много больниц пострадало, и их придется после нашей перемоги отстраивать по новой, нужно делать так, как это делает Израиль, бо наш же сосед никуда ж пока не денется. И нужно делать резервные отделения, может быть, палаты интенсивной терапии, операционные в подвальных, в минус один фло, да, как в любой европейской даже больнице, а уж в израильской так и подавно. И никогда больше не делать операционную реанимацию на самом верхнем этаже в больницах. Вот это, вот, мне кажется, самая большая ошибка вообще всего. И если говорить о том, что сейчас нужно, вот для такого лечебного учреждения, как перинатальный центр, однозначно нужны хорошие транспортные инкубаторы с хорошими аппаратами транспортными вентиляции, с хорошей резервным источником питания и батареей, и возможностью хотя бы 5-6 часов работать в автоматическом режиме. Потому что, ну, опять же, всякое возможно в этом подвале в том числе. То есть правильно ли я понимаю, что надежность такого аппарата, надежность батареи и то, что он может дать и качать, может спасти жизнь ребенку, пока восстанавливают? На передаче или там. Конечно. Я, например, теперь уже знаю слова про какую-то литиевую батарею, которая должна быть в очень хорошем инкубаторе в количестве 2 штуки лучше, ну и так далее и тому подобное. Я же уже научилась всяким разным словам, которых у меня не было в лексиконе в довоенное время. И я уже сейчас четко понимаю те ошибки управленческие, которые я допустила, ну, именно потому, что никто не думал, что это все будет, да, до последнего дня. То есть вот явно мне нужно было более настойчиво хотеть купить именно вот это все. Однозначно нужны портативные аппараты ультразвуковой диагностики, которые, ну, их есть сейчас масса вариантов, которые минимум места занимают, в которых должны быть продуманы и акушерские, и неонатальные программы, и датчики, с тем, чтобы вот это можно было хотя бы скринингово и быстро сделать в любом месте. И однозначно нужны мобильные цифровые рентгены, не очень большие, но с качественными снимками. Это к вопросу. За 5 минут до эфира прислали прайс, хороший аппарат с шикарными снимками, $85 000. Поэтому, знаете, опять же, надо много чего, но, к сожалению, как мы понимаем, все вот это такое эксклюзивное, эксклюзивные штучки, они все недешево стоят сегодня. Угу. Що ви можете сказати про батьків? По-перше, чому ці вагітні жінки, ці батьки не виїхали досі з Харкова? Чому вони продовжують народжувати у вас? І як вони себе поводять, як вони кооперуються з лікарями? Бо ситуація ж така, ну, дуже така нервова, я б сказала. Як вам з ними працюється, які вони були? Може, ви розкажете якусь історію? Реально. Смотрите, я думаю, что на самом деле и так, судя по количеству родов в области, выехало очень большое количество беременных, очень большое. И в западной области, и за рубеж. Те, кто остались, ну, Кашория, вот была у нас девочка, у которой тромбоцитопеническая пурпура, у нее здесь осталось ее гематолог, которая ее наблюдала, и как-то так, ну вот знаете, все же каждый, ну они в принципе решили, что они живут не в очень опасном районе города, хотя, видимо, со временем нам уже всем понятно, что таких районов нет. Ну вот достаточно молодые ребята, тем не менее, приняли решение, что рожать они будут здесь. Может быть, им комфортно, потому что они знают нас. Но вот опять же, это же все психологически очень сложно. Кто-то не может, потому что есть пожилые родители, и они не могут их оставить. Ну, то есть в каждой такой конкретном истории есть какие-то свои мотивационные вещи. Но опять же могу сказать, что где-то треть из ребят после рода все-таки эвакуируется и уезжает уже с новорожденными детьми в более безопасные области. Поэтому я думаю, что все равно беременных будет с каждой неделей все меньше и меньше оставаться.
Насколько вам комфортно, насколько что-то изменилось, или как обычные беременные женщины, вы как это все? Вы знаете, могу сказать, что они ведут себя намного спокойнее, чем в мирное время. Вот эти все какие-то там закидоны, связанные с всепрероднё, хочу вот так, не хочу вот так. Вот они как-то закончились. Очень хороший комплаенс с медперсоналом. Мы поддерживаем их. Иногда они поддерживают нас. Там, на вопрос, ну вот, обстреливают. А давайте включим вот музыку. А какую вы любите музыку? А я люблю вот такую. Дальше там врачи, акушеры, гинекологи потанцевали. Ну, то есть, знаете, это все как-то вот так вот красиво выглядит. И никто не истерит. И вот за все эти недели ни разу не было случая, чтобы кто-то чего-то вот такое исполнял, как это мы достаточно часто наблюдали в мирное время. Совершенно спокойно люди обращаются с вопросами там, помочь, коляска, вещи, памперсы. Мы, естественно, идем навстречу и отдаем. Есть благодаря гуманитарной помощи. Поэтому мы даже спокойны, что ну, мы не просто на улицу людей там куда-то отправляем. Я же говорю, был очень такой хороший груз с колясками и с манежиками, так мы даже людям поотдавали вот это все. И ну, мы понимаем, что хотя бы на первое время у них что-то будет. Чи є у вас вакцини досі в перинатальному центрі? Так, у нас є вакцини, у нас не просто все з БЦЖ, тому що з БЦЖ медсестрами не сильно все хорошо. И плюс мы сейчас же стали выписывать, я вчера, по-моему, писала пост, написала, что оказалось, что можно выписывать детей в первые сутки, как это делают Соединенные Штаты Америки, например. Резко уменьшилось количество антибиотиков, назначаемых родильницам в послеродовом и послеоперационном периоде. Резко уменьшилось количество дистрессов плода, как показания к операции кесарево сечения, выпадение петель пуповины, лобных предлежаний. То есть все, что было бездоказательное и очень странное, куда-то вдруг... Абсолютно. И я вообще первые две недели, я вообще говорила, наконец-то я вижу статистику, о которой я мечтала 10 лет. Процент кесаревых сечений, процент акушерских осложнений, процент родового травматизма. Вот оно вдруг стало суперевропейским уровнем. Поэтому, опять же, у нас же с БЦЖ еще проблема при ранней выписке. Но гепатит В, витамин К1, все это мы делаем. И вдруг, Катя, не поверите, вдруг все перестали отказываться от этого. То есть все хотят, все уже захотели. Все говорят, да-да-да, если надо, конечно, конечно. Так, читаю вам коментарі. Лена закусила, ви неймовірні, дякую вам. Марно, вітання вам, наші найкращі. Катерина Давиденко, честь і хвала тим, хто так нам допомагає. Наталія Че, Катя, спасибо вам, що дали можливість прямої трансляції увидіти, услышати Ірину Юрівну. З вами не страшно, з вами спокійно і надіжно. Світлана Писаренко, велика подяка вам за вашу работу. Какие тренинги нужны врачам и медсестрам сейчас? Или вообще все это надо? Я имею в виду про нашу всю медицину. Смотрите, ну первый все равно, как-то первый шок прошел, и мы уже, ну человеческий же мозг, это же отдельная неизученная субстанция, но все равно мы к этому ужасу начинаем привыкать. И если первое время, ну, все были просто в шоке, и мне казалось, что вот 5 раз нужно повторить простые какие-то слова и простые задачи, многозадачность вообще как бы исчезла тогда из вот нашего всего общения. И более того, я ловила себя на том, когда я просила что-то сделать, и делали не так. И потом я спрашивала, а почему? Вот я же вот так сформулировала задачу, а я ее формулировала какими-то сложными словами. То есть вот нужно было более конкретно, более просто, более, ну как-то вот совсем примитивным языком это формулировать. Сейчас как-то мы потихонечку мозг, видно, возвращается в свое нормальное состояние. И сейчас мы понимаем, что чем больше у нас работы, тем мы спокойнее все это переживаем. Чем меньше родов, тем хуже всем. Все начинают зависать, грустить и так далее. Поэтому я бы, наверное, сказала, что вот уже сейчас мы бы точно готовы были поучаствовать в каком-нибудь классном тренинге. Ну, например, Катя, тренинги по коммуникации внутрисистемной.
Как нам друг с другом коммуницировать? Так, скажите, что вы за Ковжуном скучаете. Так вот, прямо я скучаю за вами и за Ковжуном. Просто безумно скучаю. А поскольку все знают, какие вы классные от меня, то я им всегда говорила, что, к сожалению, в мирное время у меня не было денег, чтобы таких уважаемых и дорогих лекторов пригласить и тренеров, то сейчас точно онлайн мы готовы в чем-то поучаствовать, в таком классном. Окей, так ему сегодня и передам. Да. Что сейчас еще меняет состояние вашего персонала? Ну, к обстрелам вы, в общем, привыкли, насколько я понимаю, и к самолетным, и к градам, и к эскандерам, и к калибрам, и к кассетным. Нет, самолетным точно не привыкли. Самолетным нет. Самолетов боимся панически, да. То есть самолетные атаки меняют состояние персонала. Как вы пережили историю про Бучу, Ирпень и все остальное? Это, скажу вам честно, я об этом как бы уже написала, поэтому готова сказать об этом и в эфир. Это была первая истерика, которая со мной случилась за 40 дней войны. Я максимум... Вы плакали первый раз? Ну, это не просто плакали, это реальная была истерика. У меня хватило... Это как раз был тот день, когда была детская площадка. Это был второй день, когда появились эти все фотографии, детская площадка, и еще у моих знакомых из одного из этих городов выехала семья, у моего знакомого, которые остались живы, которые провели все это время в подвалах, но то, что они рассказывают, это, ну, я не смогу это даже вслух пока произнести, это, ну, это слова, которые просто за пределами моей вербальной системы, то, что там обнаружено все. Поэтому у меня максимум хватило жизненных сил дойти до кабинета, закрыть дверь, чтобы меня никто не слышал. И, ну, это была реальная истерика со мной. И как потом на следующее утро сказал мой ребенок, с которым у нас 10 тысяч километров расстояние и 10 часов разницы, я ему рассказывала все, он мне говорит: мамочка, я хочу даже произнести богохульные слова. Я говорю: сынок, не надо, я понимаю, какие ты слова хочешь произнести, я тоже их вчера говорила, но от них не становится легче. Вот ты их можешь произнести, но легче от этих слов, ты понимаешь, что этого нельзя говорить, и от них легче не становится, понимаете? Поэтому, ну вот, для меня это был ужас на самом деле, потому что это выше вообще всего того, что мой мозг может осознать. Поэтому тяжело это все было. Я сегодня смогла первый раз после всех этих дней съесть картошку, поэтому уже видите, уже чуть-чуть. Картошка is the remedy of all remedies. Чего вы больше всего боитесь сейчас? Ну, конечно же, я боюсь, что они зайдут в Харьков. Если чего говорить... больше всего хотите? Как и все, чтобы Путин сдох. Окей. Учитывая, что вы очень сильный лидер, наверное, может быть, самый сильный сейчас, ну, один из самых сильных в Украине, какие ваши советы лидерам, которые могут оказаться в ближайшие дни вашей ситуации? Первый, насколько я поняла, делать поправку на ветер и давать команды простыми словами. Что да, еще? Максимально простыми словами. Не ждите от людей, что они соображают так же быстро, как вы, что они способны действовать в этой ситуации адекватно. И ну, если у вас есть силы, не оставляйте их ни на одну секунду. Первый раз, когда я, наверное, через 7 дней после начала решилась одеться и обуться, чтобы сходить домой, а мне до дома пешком где-то 10 минут неспешным шагом, меня встретила половина из на тот момент небольшого количества персонала с глазами кокер-спаниеля и со словами: «Ну вы же вернетесь». То есть люди панически боятся. То есть он должен распространять надежность, он должен быть надежным, верно? Да. Поскольку их оставили многие их непосредственные руководители, то, естественно, они боятся, что их бросят и тот самый главный, да, на которого они вот сейчас вынуждены ориентироваться. Это может быть формальный лидер, это может быть неформальный лидер. Это во время войны это становится уже неважным. Да? Все равно, если кто-то взял на себя, надел на себя эту шапку, то вот вы должны понимать, что люди просто, они будут хотеть вас видеть, трогать вас, дотрагиваться до вас. Поэтому вот разговаривайте с ними, как со своими детьми. Вот в этой ситуации это самое главное было.
Итак, вы сказали быть кратким и простым, есть картошку, быть надежным, обнимать всех. Да. Разговаривать как с детьми, что-то еще? Постарайтесь устроить вот эту ужасную военную жизнь в те... не бомбят, скажем так, да, постарайтесь вернуть в работу какие-то вот эти штучки из прошлой мирной жизни. Ну вот мы там, например, раз в несколько дней проводим планерку, как в мирное время. Нас очень мало, мы собираемся там в одном месте, но мы вот все обсуждаем так, как мы это делали в мирное время. То есть сделайте какие-то такие цепляющие штуки, верните из прошлой жизни, которые вот напоминают мирное время. Я безумно обожаю, когда я выхожу к своему кабинету, перед ним такой длинный коридор отделения совместного пребывания, послеродового, как оно раньше называлось, и санитарки своими этими дорогими швабрами и мопами синхронно, так знаете, как косари на, этой самой, на поле, моют пол. И вот этот наш линолеум медицинский красивый блестит, и я останавливаюсь вначале и говорю: «Боже мой, я вас обожаю, я так люблю этот момент и в мирное время любила, и особенно сейчас, потому что с первого дня я им рассказывала, но я хочу, чтобы и утром, и вечером у нас был первое, чистый унитаз, везде висели бумажные полотенца, как это положено по правилам инфекционного контроля, везде была нормальная туалетная бумага, нормальная, а не вот этой вот, из вот этой прошлой советской жизни. И везде был налит санитайзер в каждой точке, у нас три точки в каждом отделении, на входе, на выходе и посередине, как это было в мирное время. И там в один из дней я зашла с утра и сделала обход по всем туалетам и не нашла того, чего я хотела. Ну, крыша поднималась тоже, как в мирное время. Но я им потом объясняла, говорю: вы поймите, вот лично для меня чистый туалет – это вообще критерий нормального функционирования нашего с вами структурного подразделения. Потому что это говорит о том, что мы, ну, мы люди, мы человеки, и мы сохраняем свой человеческий облик. До конца этого интервью у нас осталось 9 минут, у меня есть еще два вопроса. Вопрос про запасы. Я, например, обнаружила, ну, когда я осталась в Киеве, что я не очень умею делать запасы, и мои друзья-израильтяне, в частности, Идо Адари, известный вам, меня учил, как рассчитать запасы еды, воды, что купить и так далее, и так далее. А как рассчитать запасы директору перинатального центра? О чем думать? Предположим, он считает, что он войдет в такую ситуацию, что с внешним миром связь будет отрезана. Как рассчитывать запасы? Ну, смотрите, в итоге, когда я принимала решение, на какую гуманитарную помощь соглашаться, потому что, ну, в какой-то же момент все уже об этом как бы понимают и говорят, то, что хлынуло, оно ж, ну, не сильно подходит для перинатальных центров. Поэтому мне нужно было быстро сообразить, как я это все собираю, фиксирую, где храню, и как определиться вообще, где, надо сказать, уже горшочек не вари, а чего-то, наоборот, не хватает. Вот я в итоге все это сегодня рассчитываю на 6 месяцев мирной работы. Вот там, где у меня есть запасы, которые бы мне в мирное время хватили на 6 месяцев, я там говорю стоп. Какие ваши самые главные первые 10, может быть, 5 наименований? Вот то, о чем, может, мы и не подумали бы, а вы когда запасы делали, вдруг раз и подумали. Детское питание, памперсы, вода детская. Ну, потому что я педиатр, я же прекрасно отдавала себе отчет, что начнется, когда мы начнем всех поить там, водой из бочек, которую привозят, и водой из источника. Собственно, это и началось везде, где дети живут очень массово, и это было у нас тут с нашими старшими детьми, членами семьи. Но, слава богу, это минуло моих новорожденных детей, потому что у меня сразу была жесткая позиция. Новорожденных мы смеси разводим только бутылированной детской водой, ничего не обсуждается даже. Поэтому вот я вот это очень контролирую. Дальше это наборы народы и наборы на кесарево, которые мы сформировали, ну вот как когда-то в 2014 году, где минимальный набор на одни роды и на одно кесарево сечение, чтобы не носиться, ничего это нигде не искать, вот оно все сложено в одном месте, открыл, и у тебя есть этот набор. Ну и, конечно же, запас антибиотиков, антикоагулянтов. Но это, слава богу, и с мирного времени, и с ковида достаточное количество было.
Те, у кого детская реанимация, это, конечно же, расходники для аппаратуры искусственной вентиляции легких и инвазивной, и неинвазивной. Это периферические катетеры и глубокие венозные линии для новорожденных. Они не идут ни в какой гуманитарке, не ждите ее. Это должны быть целевыми вашими какими-то заказами, проверенным людям. Но антибиотики, скажем, наверное, для новорожденных все-таки это немножко другой стратегический запас, чем антибиотики для женщин или там, для любого другого отделения, педиатрического даже, потому что все-таки мы тут очень-очень ограничены. Ну вот, наверное, вот так. Сегодня то ли 41-й, то ли 42-й день войны. Сколько из них вы под обстрелами находитесь? Ой, да, ну все эти дни. А какова зарплата за последний месяц? Зарплата у медсестер где-то получилась около 23 тысяч. И последний вопрос. Вы сказали, что акушер-гинекологи включали музыку в подвале и танцевали, и что волонтеры привезли вам цветы. Что еще про красивую жизнь важно во время войны? Лично для вас, либо для ребят, с которыми вы работаете? Вот для меня цветы, например, тоже. Я как сумасшедшая покупаю везде, где вижу цветы. И мне тоже подарила как-то Митрофанова Татьяна цветы. Вот, и я была страшно довольна. Что еще важно вам про мирную жизнь? Смотрите, мы где-то, наверное, в конце второй недели, я вдруг как-то так вернулась в свою историю мирную. Я говорю, так, народ, вообще-то у меня должен был быть маникюр. А маникюрша моя, извините за такое не очень литературное слово, уехала из Харькова. Давайте искать, кто это сделает. То есть мы нашли маникюр, мы нашли парикмахера, которая там нас покрасила, подстригла и так далее. Извините, опять же, потом мы нашли того, кто нам сделал эпиляцию, тоже немаловажно, ну и так дальше. Да? То есть мы пытались вернуть себя вот, ну, вот в это вот в всю свою мирную жизнь. И когда там надо мной смеялись мои подружки, я говорю, педикюр будет красного цвета, ярко-красного. Они говорят, да ты в мирное время никогда такое не делала. Я говорю, я встречаю пермогу нашу, поэтому я хочу... Юрьевна, шевелю вам навстречу пальцами на задних лапах вот, с педикюром вот. Ярко-красного цвета. Поэтому, знаете, вот это все, в том числе даже вот мы нашли здесь, оказалось же, что в перинатальном центре высокотехнологичном третьего уровня нет же электрической печки в начале войны. Нам же готовить. Нам же не были нужны печки уже давным-давно. Поэтому мы нашли двухкомфорочную печку. Я же говорю, там раз в три дня мы печем блинчики или печем сырники или варим большую кастрюлю или ведро. Все наши такие цеплялки из мирного времени, которыми мы себя возвращаем туда. Поэтому мне кажется, вот эти все истории, они очень важны. Поэтому я уже знаю, кто из косметологов есть в городе, кто из парикмахеров, мастеров есть в городе. То есть мы периодически девчонкам и мальчишкам их приглашаем. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Всім, хто нас дивився, нагадую, що доброго вечора, ми з України, з Києва і з Харкова. І я нам бажаю залишитись живими і скорішої перемоги. Я забула сказати одне слово, у мене є ще 30 секунд. По ініціативі Литовської асоціації неонатологів, я на своїй страниці в Фейсбуці викладувала письмо їх президента, позавчора русських вигнали з Європейської асоціації. Было заседание, мы ждем пресс-релиза официального. И я уже вчера написала и поблагодарила литовцев, потому что я считаю, что они просто ну, лучшие друзья. Эдвина Силарета. Да, просто... Лабас Вакарас. Друзья. Как это я люблю говорить, Литва – свобода. Да. Спасибо вам, Катя, огромное. Спасибо вам, Ирина Юрьевна. И на этом месте мы выходим из эфира. Витя, выключай нас. Это был наш первый эфир за время войны. Всем пока. Пока. И вибачте, будь ласка, команду підтримки. У нас тут були складнощі з струмом.